Выходные для Губкинского стали временем для приезда больших гостей. Так, в субботу наш город посетил архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай. До этого он побывал в Пурпе, где осветил храм в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». В Губкинский храм святителя Николая Мирликийского владыка прибыл, чтобы провести богослужение. Тут у нас еще событие намечается очень большое. В декабре месяце мы планируем привести мощи новомученика-исповедника Церкви Русской и проедем по всем городам нашей епархии. Будет возможность и у жителей Губкинска приложиться к этой святыне.